Всем привет, дорогие друзья! С вами Кристиан Блэк, и сегодня мы идем в храм Мары получать офигеннейший эбонитовый меч. Поехали! Да. Ой, смотрите, сколько вкусняшек. Эти два посоха я только что продал. Ну, не только что, я имею в виду по игре. Хороший пес. Тупая псина. Ох, вот они, антонимы. Хромары, хромары. Удалить. А искать мы будем. Сейчас скажу. Ах да, нам нужен журнал. Рассветная заря. Рассветная заря. Ага. Что я могу сказать? Ползти нам долго. Solitude, solitude. Начинает рассказ. Можно попробовать поискать телегу здесь. Не знаю, есть она тут или нет. Нет, не такую телегу, а та, которая возит. Карета, если угодно. Стоять. Прекраснее здешних мест. Я покажу тебе то, что знаю. Да, я только что потратил до хрена белькром на нажитых денег, который должен был откладывать на... Просто забейте, ребят, просто забейте. У богатых свои причуды. Хе-хе. А, ладно, пешком нам туда добираться, но это до хрена, я скажу вам, времени. Ну, я это сделаю. Погнали отсюда, от древнего Каирна, и... Да. Тогда вот так. Нет. Вот сюда. Да, вот так. Погнали. Оп, привет. Всем. Мамонты. Частые зрители моего канала. Олени. Яростно убегающие от меня. Нам в ту сторону. Побежали. Сейчас вы скажете: Крис, ну какого хрена? Просто вот так вот возьми вот и поставь на паузу. И вернись уже, когда доберешься до храма Мары. Я скажу вам: ребят, ну вы что? Ладно, ладно, хорошо, поставлю. Нет, нет, я еще не добрался до храма Мары, но у меня впереди дракон ждет. А я стырю богатство и попытаюсь свалить. Мне это не запрещается, верно? Ох, ёбушки-воробушки. Ледяной тролль. Зря это, да? Нафиг. Мне бы сейчас бы заклинание, то есть зелье этого. Ах, да вы посмотрите, сколько я ему сношу. Да-да, я в шоке и в панике. Ох-ох-ох-ох, а там еще один. Я не буду больше, правда, правда, честно. Двое. Бежим! Ребят, ребят, я же пошутил, я не нарочно, я вообще добрый человек, по сути, не знаю, наверное. Эх, эх. Ладно, ребят, вы не умеете спускаться по горам. Ха-ха, не умеете. Ребят, какую жопу вы меня послали? Нет, мы не хотим умирать. Сегодня мы не умираем. Ой, тихо. Оп.
чертов скалолаз, а сколько там еще до чертова храма? До хрена, скажу я вам. То есть много. Но ледяные тролли то все еще остались. Ладно, меня не видят. Слава мне. Скорее надо назвать серию «Путь до храма Мары», а не... Ай. Фух. Ладно. Дырочка. Что ж, я такая жирная, что ли? Нормально. О, какой-то камушек. Ладно, посмотрим, что у нас тут. Сапоги. Кошелек с монетами. Микстура водного дыхания. Вы исцелены от всех болезней. Ну, спасибо. Да, и колечком тоже не побрезгаю. Ладно. Слушайте, а красиво, а? И не скажешь, что меня минуту назад хотели убить. Ну-ка. Олежа, тебе удобно? А ничего, что там, рыбы-убийцы всякие. Ну ладно, тогда я проплыву. В принципе, мы можем... Привет! Ай! Fuck me. Блин. Пока достаю свое оружие, уже пора лечение использовать. Ладно. Миша. Миша, не борзей. Просто не борзей. Он что-то будет замахиваться, а я пока полечусь. Пока ты замахиваешься. Не против, верно? Нормально, нормально. И сейчас ты будешь делать. Черт, хреновый с меня следопыт. Красавчики, экспа вам. Молодцы. Ребят, вы сговорились, да? Давайте-ка. Ой, какое-то стрёмное лицо. А, ладно. Господи, ты мужик или баба? Не надейся. А, порядок. Это было больно. Очень больно. Где я сохранялся? Нет, серьезно, где я сохранялся? Надо подумать. Убить же сегодня Криса или нет? Надо подумать. Вашу ж мать! Серьёзно! Твою... Лисичка. Господи, какая милая. Посмотрите, как она бегает. Господи, ми-ми-ми. Куда ты? Куда ты? Ой, смотрите, какая милая. Ой-ой, ладно, беги, беги, все, я не буду тебя убивать. Или это писец? Стоп, писец? Это такой намек? Стой, вернись. Ладно. О, корондовая жила. Вашу ж мать, я же вижу вас. Я вижу тебя, да. Вот он ты, кто ты, кто ты? Если знаешь кого-то из истинных сыновей дочерей Скайрима, скажи им, пусть идут в Винхель. Ульфрик Буревестник хочет. Неожиданно. Стою я, лампово добываю корунд на вершине горы.
тот раз и прибегает чертов гонец с парой стрел из жопы. Ладно, этого не было, я приукрасил. Кто еще? Пока я тут занят. Я уже боюсь садиться чаек пить. Чтобы кто-нибудь не засадил меня стрелой и не спалил. Ай, надо достать лечение. В любой непонятной ситуации просто юзать лечение. Так, стоп, карта. Марфал, Марфал, вот он Марфал. Да твою мать, серьезно, белый медведь. Не стеби меня, белый медведь. Да что же это со мной, белый медведь? За что? За что? Что я мне так сделал? Почему не хотите, чтобы пошел к Маре? Не Шмаре, не путать. Че, ты будешь ждать? Ладно. Солкипер. Ты как будто знаешь, что у меня в руках. Ну пока. Что ты задумал, медведь? Какого хрена он делает? Ну хрен с тобой. Побегу дальше. Или поохотится на тебя. Хрен знает, где он. Графика красивая, однозначно. Заснеженный лес. О, вот ты, собаченька. Да ё-моё. Не хочу я падать. Не сегодня. Нет, правда, ну... Ладно, гора. Скорее медленно превратился в The Long Dark. Ой, привет. На что я тут наткнулся? А ты не такой же милый писец? Или ты такой же? Стоп, писец. Один раз я же с тобой уже встречался. Снежная лисица, ты не писец. Ладно, прости, снежная лисница, ты очень милая. Похоже, что вот эти красненькие значки... О. Ох, ёб твою мать! Нет, 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 нет! Меня тут нет. Меня тут нет. Не смотри на меня. Не дыши на меня. Я вообще тут ни при чем, я в Марфал иду, да. Я просто пойду, бегу, бегу, бегу. Бегу в Марфал, никого не трогаю. И мамонтов твоих не трогаю. И тебя не трогаю. И вообще я миролюбивая душа. Миролюбивая душа? Ладно, хотел посмотреть, сколько я существенно убивал. А вот, в принципе, это тут. Система, статистика. Прошло дней, часов ожидания, найдя стоящий камней, ням-ням-ням-ням. Съедено продукт 57. Лошадей собственности 0, дома собственности 0, вложений в магазины. Вау. Сделок, убеждений, подкупов, подхвачено болезней. Ну, подхвачено болезней, убито людей 59, убито животных 43. Ладно, я пойду, я беру любимый парень. Девушка. Парень, девушка. Девушка, парень. Кстати, смотрите на карту. У вас нет выбора. Марфал, оттуда можем взять телегу до Солитюда. А там уже достать той Меридии, доползти. Окровавленное течение. Марфал. Только не говоришь. Он смотрит на меня. Нет, он смотрит на... Он похож на Иисуса. Он смотрит в таверну. Он хочет выпить. Бенуар, ну что ты не понимаешь? Он хочет выпить. Ладно. О, я тут в тюрьме сидел когда-то. Нравятся луки, а? Я предпочитаю меч. Это ты так подкатил ко мне? А что скажет этот парень? Опс, осторожно. Что ты мне скажешь? Доброго дня. О, этот парень
Наверное, уже женат. Пойдем к стоящему камню. Стоящий камень так звучит. У этих парней уже было по стоящему камню. О, светлячки! Торакс светлячка. Насобираю. Смотрите, какие они красивые. Прям устраиваю рубрику мимишки в Скариме. Милота в Скариме, вот. Это что, болото? Хрен с ними. В принципе, мне по пути. Я не ставлю на паузу, потому что тут каждую минуту что-то происходит. Я не виноват, честно. Опс. Ладно, кто меня хочет убить? Кто-то здесь. А, гребаный краб. Еще один гребаный краб. Как много гребаных крабов. И они воюют друг с другом за... Два... Чего? Что ты такое есть? Морозный паук. Ну ладно. Грязевые крабы. О. Знаете, мне жалко на вас стрелы, поэтому я просто возьму мой любимый орочий боевой молот. Привет. Да-да, я дама такая. Ай, ладно, хрен с вами. Воу-воу. Чувство, когда себя... Что? А, господи, я думал уже какой-то ужастик читать. Еще свет выключится и появится этот медный хрен. Медный хрен, как звучит, а? И на том спасибо. Привет. Не увлекайся. Достаточно. Это все. О, рыбоньки. Нет, они недостаточно мимишные. Ты тоже не милый. Все, пошли. Нам еще к стоящему камню надо добраться. Собачий корень. Я не буду спрашивать, почему так называется. Олень, красивый, смотрите, какие у него рога. О, еще светлячки и мигающие текстурки. Ладно. Привет. Камень ученика. Но более уязвимый для урона магии. Нет, спасибо. Меня тут магии каждый второй жарит. Уловили тонкий намек. Сколько мне еще ползти? Ну, хотя бы сохранение авто. Ох, ладно, поставлю на паузу. Батюшки, да это ж Винтер... Что? Рыбоубийца, замечательно. Это раз. Это вот два. Иди нафиг. Это ж этот Solitude. Да ведь? Да, а вот это... В общем, там волшебники обитают. А вот тут конюшня. Конюшня. Конюшня! Не стоило так кричать. Вот она, вот она, вот она. Чего тебе? Входи, входи. Я как раз собирался передохнуть. Да ты охренел! Я приличная девушка. Правда приличная.
Конюшня, это то, что мне нужно. Вперед! Вот ты где. Ха-ха. Ах, заберу вашу травку. Чу, нет, украсть я не буду. Ах. И что, до утра ждать, да? Я просто буду надеяться, что я ничего сделал против... не сделал. Вау, неплохие у вас тут конюшни. Фредерика? Что-то ты скверно выглядишь. Ты в порядке? Я болею? Да нет, вроде нет. Работай ради будущего. Ты давно занимаешься лошадями? Там, в пещере, ворожаи с когтями острыми, как твари, подобные им, заставляют человека. Я тут для того и стою. Назови свою цену. Хотя, знаешь, лучше пешком быть. Вполне достаточно. Твоя та, что с седлом. Сделай пару остановок по дороге в Семенью, полюбуйся видами. Вот полностью с тобой согласен. Ах, так. Украсть. Владелец. Лошадь владелец. Хорнрайлип. Что? Лошаденька. Ох, как круто! Тыгдык, тыгдык. Юиха! Теперь нужно найти дорогу. Потому что по горам эта гадина скакать не будет. Я даже не знаю, как тебя назвать. Назову Плотва. Чистый плагиат, но хрен с ним. Шевелись, Плотва. Тыгдык-тыгдык. Интересно, скоро она сдохнет? Я имею в виду с моими-то приключениями. Тыгдык-тыгдык, Плотва. Тыгдык-тыгдык. О, господи, как это мило. Да, ты не бездорожная лошадка, явно. Интересно, умеешь прыгать? Надо проверить. Блин, вы видите, да? Уйди, уйди. Кусаться удумала. Хрен с тобой. Тык-дык, тык-дык. Ах, да, ты умеешь прыгать? О, умеешь. Не, мне не сюда нужно. Афиквасы, ваших гонцов. Почти добрались, господи. Это точно будет серия «Путь к Меридии». Еще как бы мне забраться на эту чертову гору? Вроде можно пройти так. Почему нельзя от первого лица? Это же будет так круто. Прыг. Умница. Привет, ребят. Вы меня бы также встретили, если бы я был бы там за империю? За империю, кажется, да? Господи, лошаденька, ну что ж ты... Я боюсь, что убью тебя со скалы. О, пауза. Что за херня? Подожди, лошаденька. Ты убить собираешься? Охренеть, он меня уделал. Какого? Я просто увидел девушку, которая вся в крови, как в месячных, и... На, забейте. Гнать скум. Ой, да ладно. А, спасибо, что ты ударил мою лошадь. Нихуей. Это только начало. Один готов, сейчас посмотрю, что у тебя там в ширинке. Ни хрена интересно.
Все как всегда, ох, эти скайримские мужчины. Серьезно? Тебе не взять, я всегда сверх. Пора бы уже выяснить. Ох, ну какого хрена? Хотя они тут развлекались. Две подстилки, серьезно? Скорее всюду приключения. Тут нельзя. Так. Ладно, где моя лошадь? Плотва! Господи, я уже подумал, что это плотва. Плотва! Это не там ли это пидорасина? А, да, это ты. Привет. Стоп, ты же была мужиком! В смысле, был! И ты был электронным, или что? Или я что-то не понимаю? Ты где? Ты где? Блин! Быстро же у тебя мана восстанавливается. Ай-яй-яй! Это хорошо прописал. Ибо нехрен. Охренели тут, избав мужиков. Имперец. Отмычка. Откуда я ее вытащил? Никому не интересно. О! Ну что, наделан каких-нибудь зелий? Все что угодно, но только не Дангуард. О, я впервые тут. Восстанови здоровье. Тык-тык. Р. Восстанови запасы сил. Давайте. Стоп. Исцеление болезней. Надо такая штука. Где я? Ну что, я уже потратил, да? Ну, of course. Отменить выбор. Теперь урон запасу сил. Повышение навыка колдовство. Сейчас. Удалить, 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 удалить. И сопротивление ядом. Урон здоровья. Нормально. Сопротивление магии. Пушится. Она мне всегда нравилась. Все? Это еще не все. Вот теперь точно все. Насоздавали кучу всего. Интересно, мне я прибавила в весе? Да нет, не сильно. Ну что, пошли? Плотва. Шевелись. Ой, сколько мостов. Это ж надо все обходить. И вообще. Я вообще не туда еду. Тык-дык-тык-дык. Ах, вот он мост, который я хотел посетить. Давай, плотва, хорошо жало. Ну. Надо быть немного повыносливее, а то я тебя на синегриво сменю. Так, драконий мост, это уже понятно. По-моему, мы близко к цели. Да, это была дикая трешовая серия. Вот, надо же, какие-то имперцы идут. Предложите присоединиться даме.
Или вы торговцы? Нет, вы гребаные эльфы, господи. Я уже и на каджитов подумал. Вот он, храм Шмары. Сослимары. Дальше я пойду один, платва. Не хворай, не болей. Веди себя хорошо. Посмотри, мой храм лежит в руинах. Таково. Как и все, в принципе. Их искусство и их сердец. Ладно. Если они вот. Не питают ко мне любви, пусть она загнется. Как я могу показать им свою любовь? Да, не Мары, а Меридии. Ладно, хорошо, прости, что называл тебя Шмарой. Так или иначе, всем спасибо за внимание и увидимся в следующей серии. Пока-пока.